Старая деревня, старая деревня. Можно здесь поворачивать, нельзя, конечно, но это наша улица. Разворот можно было бы сделать вот в этом кармашке. Но мы поедем дальше, до светофора. И там повернем налево. И погнали наших городских. Едем до светофора. И на светофоре поворачиваем налево. Поворачиваем. Здесь направо. Выходим на Школьную. И вот, друзья, наша студия. И снова привет, друзья. Мы в студии ЮРС Раша. Сегодня у нас тренировка утром. Синяя борода сегодня будет делать такое задание. Пресс с мячом. 30-25 раз. Гребля 5-4-3 минуты. Прыжки, бёрпи. Броски мяча. Тяга, брусья, подтягивания, прыжки на бок. Вы можете делать эти комплексы и также присылать на канал, как бы соревноваться с синей бородой. Это же интересно, друзья. Потому что, чтобы никто не думал, что, ну, как бы, что это легко и просто. Синяя борода готовится на бой по боксу в Москве. Поэтому, ну, одно только обидно. Он приходил два раза в неделю, сейчас стал раз в неделю приходить, потому что у него какие-то дела, какие-то проекты. И поэтому раз в неделю, конечно, это недостаточно. Но он тренируется здесь у меня, и я поэтому упражнение сегодня дал аж... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь упражнений. Когда он тренировался два раза в неделю, я ему давал по 4-5 упражнений. Ну, буду давать больше упражнений, чтобы он как-то поддерживал тонус, так скажем. Я даже не могу называть это ростом, а поддержка тонуса будет. Спасибо огромное Владу из Калмыкии. Он мне подарил гирю 32 килограмма Александровскую. Смотрите, здесь стоит буква А, видите, Александровская печать. Она вот такая старая гирька. Я думаю, это гиря не тренировочная, а ей взвешивали, я думаю, в старые времена там муку, пшеницу и так далее. Так, друзья, мне многие спрашивают, почему я что-то тренировки свои не показываю. Ну, маленькая травма у меня была. Локоть. Уже второй раз. Два раза по 10 кубов жидкости выкачали. Что-то надорвал, бурсит какой-то. Ну, немножко отдохну и буду показывать. Ну, технику-то я и так вам буду показывать на легких весах. Так что не обессудьте, если я не буду поднимать огромные веса. Немножко суставчики заживут. И будем поднимать. Так, ну что? Что сегодня будем делать? Я не знаю. Как? Вон синяя борода написано, видишь? Из-за того, что ты пропустил очень много тренировок, я тебе обычно даю 4-5 упражнений, а сейчас я тебе дал 8. Это на 3 круга, правильно? Да, 3 круга. Да, подписывайтесь на моего тренера. Очень крутой тренер, есть что посмотреть, есть чему поучиться. Да, хорошо. Волю, дух и знания. Спасибо. И вы подписывайтесь, мои друзья, на синюю бороду, потому что он правильный мужик. Благодарю. Не надо там писать. Там некоторые пишут, слушай, не обращать внимания, да, ты советуешь? Конечно, Лев зашел, прикинь, шапки понимаешь, что как бы тут вариантов особо нет, надо погавкать. Да вот такой он. Короче, пишите, что хотите, я вообще не буду обращать внимания. Конечно, даже вообще, если обращаешь внимание, ты уже не Лев. Все, Лев сошел внимание. Да, конечно. Он идет там, что там человек гавкает. Ты видел, что вытворял Мейвезер? Нет, прикинь, не смотрел. Меня все ругают. Мейвезер просто с ним играл, как с мышкой. Сейчас эти могут что хочешь говорить.
что Макгрегор там надо было дать, чтобы он упал. Не, ну они, я понимаю, что людям надо много крови и сломанных костей и смерть, понимаешь? Но если бы судья не остановил, он бы его сломал просто. В 10-м раунде он с ним, башка у него летала на куда хочешь, понял? Ну, то, что он с ним вышел, молодец, разговора нет, боец. Да. С лучшим боксером мира вышел и 10 раундов простоял. Технический нокаут. Я думаю, на самом деле, больше дали 10 раундов, я думаю, для того, чтобы было шоу. Ну, конечно. Столько людей заплатило бабло. Так там организаторы больше миллиарда долларов заработали. Если бы он его вырубил в первом же раунде, то ну, было конечно. Бы весело. Да. Конечно. Поэтому дали поиграться. Конечно. Они просто, Мейвезер, но Мейвезер сразу сказал на пресс-конференции, что до 12 раундов я не дам ему постоять. Он уже знал, что он будет делать. Он же профессионал. Но 20 лет не проиграл никому. Да, конечно. Понимаешь? Именно поле его конкретно. Конечно. Он его читал как вот азбука. Понимаешь, есть... Это же азбука бокса. Если... Это то же самое, как сравнить, например, как пауэрлифтер будет со штангистом соревноваться или бодибилдинг да, со штангистом. Но да. Это глупость, понимаешь? Конечно. Поэтому кто там кричал, на Макгрегора ставил миллионы, поздравляю вас с проигрышем. Конечно, да. Как бы сложно очень на это рассчитывать. Правильно? Но это шоу, конечно, они организовали круто. И оба красавчики. Они на самом деле к себе привлекли огромное Макгрегор, внимание. Макгрегор шоумен. Да. Конкретно. Да, да. Что, поехали? Да. 35 раз. Погнали. Нет, от груди. Вот. Хорошо. Отличненько. 5 минут гребля. Ногами, смотри, ногами, руками. А тут там начинают пистать. Как будто я тебя не учу делать греблю. Друзья, мы делаем, как умеем. Или как хотим. Вот, смотри, ноги, руки. Ты должен... Оп, завершающая... Когда ноги выпрямляешь, завершающая фраза возле груди, да. Так? Да. Оп. Представь, что ты везешь девушку на красивом озере. Представляешь? Лодка. И вы вдвоем только. Только вдвоем. Я в таком темпе поплыл, да? Да, и вот, да ты, наверное, медленнее бы плыл, если бы был с девушкой. Понимаешь? Ну, да. А если за тобой там гнались, ты бы, конечно, втопил. Хорошо. А тебя обсуждается где? Кто обсуждает наши... Не, они пишут в комментарии. На канале в Ютубе. Я идиотово убираю. Но сейчас не буду убирать. Хорошо, не буду. То есть это просто это надо. Там гомик, там гомики, там такую херню. Понимаешь? Каждый выполняет свою функцию в этом мире. Поэтому те гомики, которые пишут гомик, как бы это вообще фильтр за парни. И они, в принципе, тоже нужны. Нужны, да? Конечно. Пусть обсуждают. Хорошо. Хорошо, больше удалять не буду. Так что гомики пишите. Я говорю, это каша нужна. Да. Хорошо. Поэтому мне плевать. Как там? Я помню, кто говорил. За моей спиной пусть они меня даже бьют. Да, да, да. Вот сейчас Макгрегор, как он только не оскорблял Мейвезера. Мейвезер улыбался все 10 раундов и потихонечку его мочил. В деле показал. Понимаешь? Вот и все. А зачем кричать? Прыгай! Опять бёрпи. Прыжок вперед. Отлично. Бёрпи. Прыжок вперед. Хорошо. Молодец. Разворачиваемся. И так же. Прыгай. Чем дальше прыгнешь, тем меньше бёрпи сделаешь. Вот в чем секрет. Отлично. Молодец. Броски мяча 25 раз. Да. 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 6 килограмм нормально будет? Давай. Если тяжело, ну трешку как-то стыдновато. Хорошо. 25 раз.
Пока ты делаешь, я подготовлю тебе тягу. Натянул спину. Натянул. Прогнул ее. Во, пошел. Руки свободно. Тянешь спиной и ягодицами. Все. Вот так вот. 10 раз. Молодец. Хорошо. Не спеши, спокойно. Хорошо, 12 раз. Молодец. Отлично. Друзья, человек, который не ест ни рыбу, ни мясо. Задумались? Подтягивание 16 раз на кольцах. И потом прыжки на бокс 10 раз, и круг закончен. Со стежком. Помнишь стежок? Дядя. Самый честный проект. Скорбели шутку. Я не мог. Он уважает себя, заставил. И лучше выдумать не мог. Его пример. Другим наукам. Но, боже мой. Какая штука. Сидеть больными день и ночь. Нет, хозяин шаг проще. Какой низкий калаш-то. Пол живого добавлять. Да? Красава. Один круг сделан. Как, нормально? Да, круто. Отлично. А то, что я не все умею, если я пришел учиться, я же не говорю, что я тут мастер спорта по тяжелой атлетике. Каждый мастер в своем. Конечно. Это нормально. Я молодец. Пришел обучаться мастеру. Молодец. Пока я не мастер. Синяя борода не любит отдыхать, не любит пить воду, не любит мясо и рыбу. Так что, и вы видите, да, его работоспособность. А секреты своей работоспособности пишите в комментариях или пишите у него в Инстаграме, он, может быть, вам ответит. Все, накрыло чуть-чуть? Подыши, подыши. Нормально, да? Да, я тебе говорю, когда редко ходишь, конечно. Позапустил слегка. Да, и все. Просто. Да. Начал улетать, короче. Отдыхай, отдыхай, дыши. Ну что, друзья, последний круг, третий в этом задании сегодняшнего дня. И в конце мы спросим у Синей Бороды, как он назовет этот комплекс. Я думаю, комплекс будет назван или сильно нежно, или сильно жестко. Потому что он не тренировался долго, 2 недели. И это, конечно, трудно. Да, я все могу. Если не было, да. Вот дядя, самый честный с правилом, когда ни шутку не мог, он уважает себя заставил, и лучше выдумать не мог. Его пример другим наукам. Но, боже мой, какая скука сидеть больными день и ночь. Нет, ты тянешь шагу прочь. Какой низкая коварство. Пол живого добавлять. Ему подушки поправлять. Печально подносить лекарства. Вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет меня? Название придумал? Когда же черт возьмет меня? Когда же черт возьмет меня? Я так и хотел тебе сказать. Ты, наверное, хочешь назвать это черт. Ну, чисто черт, это да. Будет как-то аж страшновато. Когда же черт возьмет меня, да? Да? Хорошо. Так и будет назван этот комплекс, друзья. Да, ребята, так вы пишите, звоните, я не знаю, там. Комментируйте. Я же не все умею. Я просто всему учусь, пытаюсь по возможности произойти то, что я не мог, боялся, остерегался и считал, что это не мое. Сегодня я все делаю наоборот. Я хочу поменять полностью свою жизнь. Поэтому я меняю все в своей жизни все. Фу. Друзья, вы все слышали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы были на канале Heroes Russia.